Строительство нового корпуса больницы, ремонт и содержание дорог, капремонт и домов – эти и другие вопросы обсуждались в ходе рабочего визита в Тотемский район первого заместителя губернатора области Антона Кольцова. Первый пункт в программе визита – животноводческий комплекс в деревне Ленина. Новая ферма на 750 голов была построена при господдержке. Общая сумма дотаций составила более 40 миллионов рублей. Датчики считывания, корова проходит, она не инфицируется. Корова чипованная. Да, датчики висят, ошейники вместе с датчиками, вот, если потом интересно, она поведет. Да. То есть она заходит, корова сразу, и компьютер считывает корову, выдает информацию на компьютеры, стоят компьютеры на каждом заимном месте. То есть уже номер коровы и непосредственно после период дойки он указывает, то есть корова по сравнению с предыдущей имеет сессии меньше или больше молока. Да, все понятно. Но дойка здесь не роботизирована, то есть нет, это оператор. Оператор, да. То есть подходит оператор, подключает, но уже автоматически снимается. То есть если уже поток молока уменьшается меньше 200 миллилитров в минуту, то есть уже этот аппарат автоматически снимается. Другая большая стройка идет уже в самой Тотьме. Вот это новое здание, будущий корпус центральной районной больницы Тотемского района. В январе 2018 года в него переедет инфекционное отделение, которое сможет одновременно принять 15 пациентов. После съезда инфекционного отделения освободившиеся площади в основном здании займут отделения ЦРБ, которые сейчас расположены в деревянных корпусах. Потому что корпус строится, там, во-первых, у нас увеличится количество коек, и мы сейчас работаем, еще забираем с бабушкинской ЦРБ. Поэтому нам необходимо. Во-вторых, оно будет у нас с боксами. Сейчас у нас просто обычное отделение. Ну и первый этаж ведь будет лаборатория. То есть лабораторная служба будет на первом этаже. В ходе визита в Тотемский район Антон Кольцов посетил дома, отремонтированные по программе капремонтов многоквартирных домов. Всего таких домов в Тотьме 14. Здравствуйте. Кольцов Антон Викторович, представитель правительства Волгоградской области. Алексей Анатольевич, представитель жильцов этого дома. Понятно. Ну, расскажите, как вам ремонт? Ну, что в целом. Молодцы ребята, хорошо постарались. Работали быстро, дружно, без простоев. Качеству претензий нет? Качеству претензий нет. Сделали полностью крышу, поменяли, отремонтировали фасад и сделали фундаменты, цоколь и отмостка. Фасад отремонтировали, утепляли, да, с утеплением, и с утеплением. Крыльцо замена, ну, такие вот. Снегозащита. Вот такой комплексный ремонт. Угу. А по фундаменту какой будем работать? По фундаменту сделали полностью отмостку всю и сделали цоколь. Замена кладки, частично штукатурка, промазка праймером. Больной вопрос большинства районов области – содержание дорог регионального и местного значения. Тотемский район в этом плане не исключение. Вот эта грунтовая дорога протяженностью 120 километров в Тотемском районе связывает сразу 7 крупных населенных пунктов, в которых проживают около 3000 человек. Ежедневно по ней люди возят детей в школы и детские сады. Местные жители часто жалуются на состояние этой дороги как местной, так и областной власти. В основном проблема вот эта заречных территорий, она у нас самая актуальная. На самом деле по содержанию дорог, по состоянию дорог, территория ведь очень большая, 120 километров, это серьезная дистанция, и она вся находится в гравийном исполнении. Соответственно, опять же, есть и объективный фактор такой, что в прошлом году у нас там активизировался существенно лесопромышленный комплекс, объемы заготовки растут в целом, и, конечно же, те дороги, которые строились по старым нормам, под старые нагрузки, они не выдерживают, просто бывает часто. В этом году были выделены дополнительные деньги, 10 миллионов рублей, для того, чтобы начать работы по приведению данной дороги в нормальность. Нормативное состояние. То есть мы сегодня выехали, посмотрели качество этих работ. Есть вопросы, конечно, и качество, но в целом состояние дороги улучшается. Вопрос содержания и ремонта обсуждался на совещании совместно с подрядчиком, обслуживающим эту дорогу. По итогам встречи было принято решение составить дорожную карту по устранению всех недостатков в содержании дороги. Дорога 120 километров в грунтовом исполнении на сегодняшний день, конечно, очень проблемная. Очень проблемная. Вот, ее точно нужно восстанавливать, поэтому первый вопрос – это ремонт ее. Договорились о том, что будем ее ремонтировать в 2017-2018 году. Сейчас ремонт уже начат, идет отсыпка самых проблемных вопросов, самых проблемных, извините, участков, и будет продолжена в 2018 году. А вторая тема – это тема содержания. Ну и здесь, наверное, нового ничего не скажу. Проблемы те же самые, которые мы видим в других районах. То есть
проблемы с содержанием, значит, проблемы с грейдированием, с регулярностью грейдирования, проблемы с оканавливанием, проблемы с вырубкой растительности, потому что это напрямую влияет на уход воды, проблемы с бровкой. В общем, вот это все сегодня обсуждали на совещании, которое только что закончилось, с обслуживающими организациями, которые содержат этот участок дороги. Конечно, к ним много претензий, также будет составлен определенный график по содержанию. То есть вот, повторюсь, одна проблема – это тема ремонтов, которые будем делать в течение 2 лет, и тема содержания. Здесь, конечно, масса претензий, и будем поправляться.